нравится. Этот топ связан крючком по мотивам платья Анабель. Серия мастер-классов, которые состоят из 4 частей. Первая – это вязание кокетки. Вторая – вязание азиатского ростка. Третья часть – это первый ярус изделия. И 4-я часть – основной узор звездочки. Топ связан на размер 42-44. Длина от горловины переда, вот от этой точки, и до низа переда 48 сантиметров. Пряжу я использовала турецкий бобинный хлопок в 3 нитки. Длина в 100 граммах 1600 метров. Можно использовать любую пряжу, длина которой в 100 граммах 650 или 700 метров. Удачного вязания! Для кокетки набираем 174 воздушных петли и замыкаем их в кольцо. Теперь нулевой ряд мы обвязываем столбиками без накида. То есть каждую нашу петелечку мы провязываем столбик без накида. Раппорт узора кокетки, назовем его галочки, составляет 6 петель. И в нашей кокетке их будет 29. На схеме показан узор в общем, но для нашего топа необходимо первый мотив начать не с 3 воздушных петель, а с 1. Постепенно количество петель в мотивах будет увеличиваться, и за счет этого мы увеличим кокетку. Итак, первый ряд первого мотива. Вяжем маленькую птичку. Что такое птичка, я напоминаю. Вяжем 1 столбик с накидом, затем 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в ту же петлю основания. Итак, у нас получилась такая своеобразная птичка. После этого мы вяжем 1 воздушную петлю и, пропуская 1 столбик нижнего ряда, мы провязываем 3 столбика без накида в каждый столбик. Вернее, в каждую петлю основания. Провязав 3 столбика без накида, делаем еще 1 воздушную петлю. И таким образом мы заканчиваем раппорт нашего первого ряда первого мотива. Теперь продолжаем. Пропускаем 1 петлю основания. И в следующую мы опять-таки вяжем птичку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик, затем 1 воздушная петля и 3 столбика без накида, плюс 1 воздушная петля. Стоп, не туда связала. Теперь давайте мы еще раз проверим для точности, сколько у нас петель в раппорте. Смотрите, 1 петля, 2, 3, 4, 5 и 6. И так продолжаем вязать до конца первый ряд. Закончив первый ряд первого мотива, мы присоединяемся к 3-й петле начала ряда соединительным столбиком. Вот, присоединились. Теперь нам нужно во втором ряду первого мотива в птичку связать 5 столбиков с накидом. Вяжем 3 воздушных петли подъема, которые также являются столбиком, и еще 4 столбика в нашу дужку или в птичку. Вот, провязали 5 столбиков с накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли. И в середину наших столбиков нижнего ряда мы провязываем 1 столбик без накида. И вяжем еще 2 воздушные петли. Это раппорт второго ряда первого мотива. Вяжем второй ряд до конца. 5 столбиков с накидом. 2 воздушных петли, 1 столбик без накида и еще 2 воздушных петли. Продолжаем вязать. 3-й ряд. В начале раппорта мы вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 3 воздушных петли. Это наш раппорт 3-го ряда 1-го мотива. Запомните, именно 1-го мотива, потому что во всех последующих мотивах этот раппорт уже повторяться не будет. Будет немножко по-другому. Будут прибавления. 3 воздушных петли, 5 столбиков без накида. Здесь в конце 3-го ряда очень важно правильно выполнить следующее. Провязать 1 воздушную петлю, затем 1 полустолбик в начало 3-го ряда. Вот. Таким образом мы связали дужку из 3 воздушных петель и одновременно оказались на вершине этой дужки, то есть в середине дужки. И мы начинаем вязание 2-го мотива. Немножко сейчас подытожим. Вот, посмотрите, мы провязали 3 ряда 1-го мотива кокетки. И теперь переходим к вязанию 2-го мотива. 1-й ряд. Повторяем наш узор в шахматном порядке. То есть в 1-м ряду мы вяжем птичку, столбик, 2 воздушных петли, столбик, столбик. Затем, внимание, мы провязываем не 1 воздушную петлю, как было в 1-м мотиве, а 2, то есть уже увеличиваем. И вяжем опять-таки 3 столбика без накида. Смотрим на схему. Там у нас именно в 1-м ряду 3 столбика идет. Затем 2 воздушных петли. Это раппорт 1-го ряда 2-го мотива. Во 2-м ряду 2-го мотива вяжем так же, как и в 1-м мотиве. 5 столбиков с накидом в птичку, затем 2 воздушных петли, 1 столбик без накида и еще 2 воздушных петли. 5 столбиков с накидом в птичку. 1, 2, 3, 4. 5, 2 воздушных петли, 1 столбик без накида и еще 2 воздушных петли. Это раппорт 2-го ряда 2-го мотива. Повторяем его. 5 столбиков с накидом, довязали 2-й ряд, присоединяемся 3-й петле начала ряда. Переходим к вязанию 3-го ряда. В 3-м ряду все повторяется с той лишь разницей, что петель становится уже 5. Смотрите, вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4. 5 и еще 5 воздушных петель. Это конец раппорта. Дальше вяжем опять, повторяем наш раппорт, 5 столбиков без накида, 5 воздушных петель. В 1-м мотиве у нас было 3 воздушных петли, во 2-м мотиве 5. И продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда не забудьте сделать 2 воздушных петли, 1 столбик с накидом в начало ряда, чтобы оказаться на вершине дужки. Оставайтесь на канале, и я покажу вам этот момент. Вот мы подошли к концу третьего ряда второго мотива. Заканчиваем его 2 воздушных петли, затем столбик с накидом в начало ряда. Это имитация дужки из 5 воздушных петель, и мы находимся в центре ее. И переходим к третьему мотиву. Первый ряд мы вяжем без изменений. 1 птичка, 2 воздушных петли и 3 столбика без накида. Две воздушных петли, опять птичка. Птичку мы делаем уже в третью петлю основания. Запомните раз и навсегда, что мы делаем в петлю, а не под дужку. Сделали птичку, 2 воздушных петли и 3 столбика без накида и еще 2 воздушных петли. Эти раппорты мы довязываем до конца первого ряда третьего мотива. Во втором ряду третьего мотива мы вяжем 5 столбиков с накидом в птичку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 3 воздушных петли. Заметьте, 3 воздушных петли, не 2, как было в предыдущем мотиве, а 3. 1 столбик без накида и еще 3 воздушных петли. Таким образом, мы в третьем мотиве увеличили количество петель. Продолжаем вязать раппорт второго ряда. В третьем ряду третьего мотива снова увеличиваем петли в промежутках. Показываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И продолжаем вязать до конца ряда. 5 столбиков без накида и 6 воздушных петель. Не забудьте в конце ряда сделать 3 воздушных петли и 1 столбик с 2 накидами в начало ряда. В четвертом мотиве у нас идут прибавления в воздушных петлях. В первом ряду мы вяжем птичку. Это начало раппорта первого ряда. Затем 3 воздушных петли и 3 столбика без накида. И еще 3 воздушных петли. Это обычный раппорт для первого ряда любого мотива. Продолжаем вязать до конца ряда. Друзья мои, нам осталось связать всего 2 мотива, 4-й и 5-й. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить наиболее важные моменты. Во втором ряду четвертого мотива мы снова делаем прибавление в воздушных петлях. Как это выглядит? Начало раппорта: 5 столбиков в птичку. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Затем мы вяжем 4 воздушных петли. В предыдущем ряду у нас было 3 петли, теперь 4. Провязав 4 петли, делаем столбик без накида и еще 4 воздушных петли. Вот мы провязали раппорт второго ряда четвертого мотива. Продолжаем вязать до конца ряда. И, наконец, в третьем ряду четвертого мотива мы вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем 7 воздушных петель, то есть мы прибавляем 1 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем вязать до конца. Третий ряд. Не забудьте в конце ряда связать 3 воздушных петли и 1 столбик с 2 накидами. Итак, мы вяжем 5-й заключительный мотив кокетки. Здесь у нас идет прибавление воздушных петель, как обычно. Смотрите, я провязала, чтобы не задерживать ваше время. Мы вяжем птичку, затем вяжем 5 воздушных петель. Это в первом нашем ряду 5-го мотива. То есть мы провязали 5 воздушных петель, 3 столбика без накида и еще 5 воздушных петель. Во втором ряду 5-го мотива мы вяжем 5 столбиков с накидом в дужку нашей птички, затем мы вяжем 6 воздушных петель, 1 столбик без накида и еще 6 воздушных петель. За счет этого наша кокетка разворачивается, вот смотрите, она так увеличилась, развернулась. И сейчас мы довяжем последний третий ряд 5-го мотива, и на этом мы закончим вязание кокетки. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Вот мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и еще 8 воздушных петель промежутки. 6, 7, 8. Вот мы провязали 8 воздушных петель, и за счет этого мы увеличили нашу кокетку. Все, довязываем третий ряд. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить важные моменты в заключительной части. Мы с вами связали кокетку и переходим к вязанию так называемого азиатского ростка. Его мы свяжем в области спинки поворотными рядами, узором колокольчики. Заодно научимся вязать узор. Итак, сначала провяжем 1 круговой ряд филейными столбиками и сделаем разбивку наперед спинку. Наш круговой ряд мы будем вязать не с самого начала. Нам нужно соединительными столбиками за заднюю стеночку аккуратненько продвинуться к 5-му столбику нашей галочки. Вот таким вот образом. И здесь мы уже начнем вязать. Что такое филейные столбики? Я напомню вам. Это один столбик с накидом, воздушная петля плюс столбик с накидом плюс одна воздушная петля. И таким образом нам нужно провязать весь этот ряд. Над каждой нашей птичкой мы должны связать 7 филейных столбиков. То есть вот в этом промежутке у нас должны поместиться 7 филейных столбиков. Показываю. Первый столбик, петля. Затем пропускаем петлю нижнего ряда, провязываем следующий столбик, петля. Затем опять-таки пропускаем петлю нижнего ряда и провязываем столбик с накидом, воздушная петля. Далее мы не пропускаем петлю, вяжем четвертый наш столбик, следующую петельку. Затем пропускаем, провязываем еще один, пятый столбик. Точно так же аналогично шестой столбик и седьмой. Продолжаем вязать до конца ряда. Довязав ряд филейных столбиков, сделаем самый важный расчет. От этого расчета зависит вязание всей блузы. Нам необходимо отметить маркерами спинку, рукава и вперед. Итак, начнем со спинки. Здесь мы отсчитываем 7 птичек плюс 8 воздушных петель слева и справа. Это составляет 54 филейных столбика. То есть мы должны отсчитать 54 филейных столбика. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. И на 55-м филейном столбике мы навешиваем маркер. Далее, рукав. Рукав у нас составляет 7 птичек плюс 8 петель слева, если это правый рукав, или справа, если левый рукав. Другими словами, от 55-го столбика мы отсчитываем 48 филейных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее. 48 филейных столбиков. И на 49-м филейном столбике мы навешиваем маркер. Теперь вперед. Здесь у нас 8 птичек. Вот 8 птичек. Или для простоты от 49-го столбика отсчитываем 50 филейных столбиков и навешиваем маркер. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее. 50. И на 51-м мы навешиваем маркер. Ну, остается у нас рукав, считать его уже не обязательно. Сделайте обязательно эти все расчеты, все просчитайте, навесьте маркеры, и мы будем продолжать вязание нашего ростка. Все самое важное мы рассчитали. Переходим к ростку. Азиатский росток нужен для того, чтобы изделие правильно сидело на фактуре, чтобы горловину переда не тянуло назад, создавая дискомфорт. Пару слов об узоре. Раппорт узора составляет 6 филейных столбиков, и нам нужно вязать 9 раппортов. Внимательно посмотрите схему, я оставлю ее в самом видео и в описании под видео. Итак, в начале первого ряда мы вяжем 3 воздушных петли подъема. Раз, два, три. И один столбик с накидом в ту же петлю основания. После этого мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И отсчитав 2 филейных столбика, В третий филейный столбик мы провязываем один столбик без накида. Это начало раппорта первого ряда. Запомните. Затем мы вяжем 5 воздушных петель. 5. И, отсчитав 2 филейных столбика внизу, мы в третий столбик вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И еще 5 воздушных петель. Это конец раппорта первого ряда. Отсчитав 2 столбика филейных снизу, в третий мы вяжем столбик без накида. Итак, посчитаем еще раз. Раппорт первого ряда у нас составляет 1 столбик без накида, 5 воздушных петель, 3 столбика с накидом, 5 воздушных петель. И таких раппортов у нас должно быть 9. Запомним эти цифры и продолжаем вязать. В конце ряда мы провяжем 2 столбика с накидом в 55-й филейный столбик. Или, может быть, 54-й, там как получится. Продолжаем вязать. Довязав до конца ряд первый, мы поворачиваем, повернем вязание и начнем вязание второго ряда. Довязываем до конца первый ряд. В конце вяжем 2 столбика с накидом в 55-й филейный столбик нижнего ряда, там где у нас висит маркер. И маркер мы уже можем снять. Затем вязание поворачиваем. Вяжем 3 воздушных петли подъема в начале 2-го ряда. Затем в следующую петлю нижнего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь провязываем 3 воздушных петли, 1 столбик с накидом. Это начало раппорта второго ряда. Нет, наверное, лучше связать 2 воздушных петли. Получается слишком большая дырка. 2 воздушных петли, столбик с накидом, которым мы начинаем раппорт второго ряда. Запомните, столбик с накидом, 2 воздушных петли. Далее вяжем в первую нижнюю петлю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую петлю вяжем 4 столбик с накидом. И в последнюю петлю нижнего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Таким образом мы провязали 7 столбиков с накидом. Довязываем 2 воздушные петли, заканчиваем раппорт второго ряда. Продолжаем вязать. 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, в начале 3 столбика с накидом в одну петлю основания. Затем 4 столбик в следующую петлю основания. И еще 3 столбика в одну петлю основания. И 2 воздушных петли. Повторяем наши раппорты до конца второго ряда. Провязав второй ряд, мы развернули вязание. И начинаем третий ряд с 3 петель подъема. Затем вяжем 2 столбика с накидом, в каждую петлю нижнего ряда, и в последнюю петлю нижнего ряда провязываем 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Теперь в образовавшийся колокольчик мы вяжем следующее. Первую петлю нижнего ряда провязываем 3 столбика с накидом. После этого вяжем 5 столбиков с накидом в каждую петлю основания. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петлю основания мы провязываем еще 3 столбика с накидом. И в третьем ряду у нас получилось 11 столбиков с накидом. 1 воздушная петля, и повторяем наш раппорт. 3 столбика с накидом в одну петлю основания, затем 5 столбиков с накидом, и еще 3 столбика с накидом в последнюю петлю основания. Продолжаем вязать до конца третий ряд. Итак, мы провязали один мотив узора колокольчики и тем самым выполнили наш росток. В случае необходимости вы можете связать еще один мотив, но я не рекомендую этого делать, так как дырчатая кокетка переда опустится и будет видна подкладка и белье. Поэтому вязать второй мотив я не буду. Ну а вы поступайте, как вам больше нравится. Сделайте обязательно примерочку, как сядет изделие, как будет выглядеть все это. А затем уже решите, стоит ли вам довязывать или нет. Теперь нам предстоит сделать расчеты и перейти к вязанию первого яруса узором колокольчики. Всего получается 27 раппортов или колокольчиков. По спинке нам нужно связать 9 колокольчиков, вперед 10 колокольчиков и под руками по 4 колокольчика. Сначала наберем в проймах по 35 эластичных столбиков. Более наглядно я вам сейчас покажу. Итак, присоединив нитку к 51-му филейному столбику, мы начинаем вязать наши эластичные столбики. Делаем накид, вводим нитку в основание, захватываем ее. На крючке у нас 3 петли. Далее мы захватываем нитку, провязываем в начале крайнюю петлю, затем провязываем накид и заканчиваем наш столбик. Еще раз накид, вводим крючок в основание, выводим петлю, затем провязываем одну петлю, далее накид и заканчиваем столбик. Таких столбиков мы провяжем 35. Продолжаем вязать. Довязав 35-й эластичный столбик, мы присоединяемся к нашему ростку и начинаем вязать спинку. Здесь у нас уже первый мотив связан. Поэтому первый ряд мы вяжем, начиная со столбика без накида. Провязываем одну воздушную петлю подъема и столбик без накида. Это начало нашего раппорта. Затем вяжем 5 воздушных петель и 3 столбика с накидом в промежуточную петлю между колокольчиками. Запомните, обязательно делаем 3 столбика с накидом в петлю, не под петлю, а именно в петлю. Провязываем 1, 2, 3. Затем вяжем 5 воздушных петель и столбик без накида провязываем в середину нашего колокольчика. Таким образом мы провязали раппорт первого ряда, не считая столбика без накида. Далее вяжем, считаем столбик без накида, 5 воздушных петель и 3 столбика с накидом в промежуточную петлю между колокольчиками. Теперь, когда мы провязали 3 столбика, мы вяжем еще 5 воздушных петель и столбик без накида в середину колокольчика. Повторяем этот раппорт до конца ряда, вернее, до конца ростка. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить важные моменты. Мы провязали наши 9 колокольчиков спинки. Теперь пришла очередь до проймы. Вот мы довязываем наш столбик без накида и начинаем вязание проймы. Смотрите внимательно. 5 воздушных петель. Затем, отступив 3 столбика в основании, 1, 2, 3, и в 4-й мы провязываем 3 столбика с накидом. Вот, провязали 3 столбика с накидом. Вяжем 5 воздушных петель. Затем опять, пропуская 3 столбика с накидом нижнего наборного ряда, провязываем 1 столбик без накида. Вот, мы выполнили 1 раппорт в наших проймах. Далее вяжем 5 столбиков, 5 воздушных петель, 3 петли пропустили, 1, 2, 3, в 4-ю провязываем 3 столбика с накидом. Пять воздушных петель. И опять-таки, пропустив 3 столбика нижнего наборного ряда, мы провязываем 1 столбик без накида. И повторяем наш раппорт еще 3 раза, чтобы у нас здесь было 4 колокольчика. Продолжаем вязать. Одна пройма закончилась. Переходим к раппортам переда. Первый из них начинается с середины, с 3 столбиков с накидом. Провязываем 3 столбика с накидом. Пять воздушных петель. После этого пропускаем 2 филейных столбика нижнего ряда. И в 3-й провязываем столбик без накида. Еще раз 5 воздушных петель. Затем пропускаем 2 филейных столбика снизу. И в 3-й делаем 3 столбика с накидом. Это мы уже вязали. Теперь повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. И пропуская 2 филейных столбика, 3-й делаем столбик без накида. Нам нужно связать 10 раппортов, а затем в зеркальном отражении довязываем еще 4 колокольчика проймы. И после этого мы начнем вязать второй ряд. Продолжаем. Второй ряд вяжем по уже знакомой нам схеме. Но теперь вязание у нас круговое, и есть несколько важных моментов. Как закончить один ряд и начать следующий. Итак, в начале второго ряда, это начало раппорта второго ряда, запомните, мы вяжем 3 воздушных петли, которые имитируют 1 столбик с накидом. То есть в начале раппорта мы провязываем 1 столбик с накидом, затем 2 воздушных петли, далее вяжем 3 столбика с накидом в одну петлю основания нашего колокольчика, затем еще 1 столбик с накидом в следующую петлю основания, и в последнюю третью петлю основания мы провязываем еще 3 столбика с накидом. И оставшиеся 2 воздушных петли. Вот таким образом мы провязали раппорт второго ряда. Повторяю: 1 столбик с накидом, 2 воздушных петли, 3 столбика с накидом в одну петлю основания колокольчика, 4 столбик в следующую петлю основания и еще 3 столбика в последнюю петлю основания. Еще 2 воздушных петли. Этот раппорт мы повторяем до конца второго ряда. Сейчас очень внимательно. В конце второго ряда вместо 2 воздушных петель мы с вами вяжем 1 столбик с накидом в третью петлю начала ряда. Смотрите, 3-й столбик мы не довязываем, затем в третью петлю начала ряда мы делаем столбик, и теперь провязываем 3 петли, образовавшихся на крючке, за одну. Третий ряд начинается с 3 воздушных петель, которые в данном случае имитируют последний столбик с накидом. Это будет у нас последний столбик третьего ряда. После этого мы вяжем колокольчик. 3 столбика в одну петлю основания, и 5 столбиков в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 3 столбика с накидом в одну петлю основания. Другими словами, в третьем ряду наш колокольчик мы увеличили до 11 столбиков. Далее промежуточную петлю я не ввязываю, поэтому сразу перехожу к следующему колокольчику. 3 столбика с накидом, 5 столбиков с накидом и еще 3 столбика с накидом. Этот раппорт мы довязываем до конца третьего ряда. То есть до конца третьего ряда мы вяжем по 11 столбиков с накидом. Запомните. довязываем третий ряд нашего мотива. В конце ряда, как я уже говорила, провязываем 2 столбика с накидом в одну петлю основания и затем присоединяемся к третьей петле начала ряда, которая у нас имитировала столбик с накидом. Вот, посмотрите, мы довязали третий ряд, присоединились. И теперь начнем первый ряд второго мотива. Запомните, этот мотив и еще 3 последующих мотива начинаем не со столбика без накида, а с вывязывания колокольчика. Итак, в промежутке между колокольчиками нужно сделать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Затем у нас идут 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в середину нашего колокольчика мы провязываем столбик без накида. Отсчитываем 5 петель или столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-й провязываем столбик без накида. И вяжем еще 5 воздушных петель. Это наш раппорт первого ряда второго мотива. Запомните, сначала вяжем 3 столбика с накидом, затем 5 воздушных петель, столбик без накида в 6-ю петлю основания и еще 5 воздушных петель. Продолжаем вязать до конца ряда. Второй ряд второго мотива вяжем по схеме, а если поточнее, то вначале идет колокольчик. Показываю. 3 столбика с накидом в одну петлю основания. Затем еще 1 столбик с накидом в следующую петлю основания. И заканчиваем колокольчик 3 столбиками с накидом в одну петлю основания. 3. Затем вяжем 2 воздушных петли, 1 столбик с накидом в промежуток между колокольчиками, еще 2 воздушные петли. Таким образом мы связали раппорт второго ряда второго мотива. Повторяя этот раппорт, продолжаем вязать и заканчиваем второй ряд. 1, 2, 3 столбика в одну петлю основания, следующий столбик и еще 3 столбика в последнюю петлю основания. Две воздушных петли, столбик и еще 2 воздушных петли. Третий ряд нашего мотива мы начинаем с вывязывания колокольчика. В первую петлю основания мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее в каждую петлю основания мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю 7-ю петлю основания мы вяжем 3 столбика с накидом. У нас получилось 11 столбиков с накидом. Это раппорт третьего ряда. Продолжаем вязать до конца третий ряд. конце третьего ряда, провязав 3 столбика с накидом в одну петлю основания, мы прикрепляемся соединительным столбиком в третью петлю начала ряда. Здесь получилось небольшое смещение, но это нормально. К концу первого яруса так называемый боковой шов встанет на середину проймы слева. Мы переходим к вязанию третьего мотива. Вяжем строго по схеме. Этот момент мы уже вязали в прошлый раз. Вспоминаем. 3 столбика с накидом в промежуток между колокольчиками. Провязали 5 воздушных петель. 1 столбик без накида в середину колокольчика и еще 5 воздушных петель. Теперь продолжаем вязать 2 мотива. Всего в первом ярусе у нас будет 4 мотива. Продолжаем вязать еще 6 рядов узора. Показываю. Вот начало нашего колокольчика. Мы делаем 1 столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем петлю нижнего ряда и в следующую делаем еще 1 столбик с накидом. Провязали. Затем воздушная петля. Теперь не пропускаем следующую петельку. Провязываем столбик с накидом. Петля. Следующую петлю нижнего ряда мы пропускаем, провязываем еще 1 столбик. Смотрите, у нас получилось 1, 2, 3, 4 столбика. Продолжаем, воздушная петля, и пропуская петлю нижнего ряда, провязываем 5 столбик, воздушная петля, и опять-таки пропускаем еще 1 петлю нижнего ряда и провязываем 6 столбик. Вот таким образом в каждом колокольчике нам нужно будет провязать 6 столбиков с накидом плюс 1 воздушная петля. Другими словами, 6 филейных столбиков. Продолжаем вязать до конца ряда. Хочу сказать пару слов об узоре звездочки. То, что нужно запомнить прежде всего. Раппорт узора составляет 7 филейных столбиков. Вот на моей схеме четко это показано. И после вывязывания переходного ряда у нас получилось 162 филейных столбика. Это 23 раппорта. Теперь будем вязать первый ряд по схеме. Эту схему я оставлю в самом видео, и вы сможете сделать скрин. Раппорт первого ряда начинается с 2 столбиков с 2 накидами. Их нужно провязать между филейными столбиками нижнего ряда. Итак, провязываем 1 столбик с 2 накидами, 2 столбик с 2 накидами, 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. После этого, пропуская 3 филейных столбика нижнего ряда, в промежуток мы провязываем столбик без накида. И еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это раппорт первого ряда узора звездочки. Продолжаем вязать до конца ряда. Опять-таки пропускаем 3 филейных столбика и в промежуточную петлю делаем 2 столбика с 2 накидами. 7 воздушных петель и столбик без накида в промежуточную петлю между 3-м и 4-м филейным столбиком и так далее. Во втором ряду мы провяжем нижнюю часть звездочки. Раппорт начинается так. Вначале мы провязываем 2 столбика с двумя накидами. 1 столбик, 2 столбик. Еще 1 столбик мы провязываем под дужку из 7 воздушных петель. Запомните, под дужку. Затем мы будем вязать нашу звездочку. Вначале мы вяжем 4 воздушных петли и 1 незаконченный столбик с двумя накидами. Столбик мы делаем в основании. Вот, не заканчиваем. 2 петли у нас на крючке. Продолжаем вязать следующий лепесток. В середину дужки из 7 воздушных петель, именно в петлю заводим крючок, мы вяжем 2 незаконченных столбика с двумя накидами. Первый и второй. На крючке у нас 4 петли. Вот четко видно 4 петли. Продолжаем. Вяжем следующую дужку из 7 воздушных петель, опять-таки в петельку, в четвертую, в середину, мы провязываем 2 незаконченных столбика с двумя накидами. Первый и второй. На крючке у нас образовалось 6 петель. Мы провязываем их заодно. Ниточку немножко затягиваем. И довязываем наш 4-й лепесточек. 4 воздушных петли. В основание лепестка заводим крючок и провязываем столбик с двумя накидами. Затем провязываем все это вместе. И в конце раппорта нам нужно провязать еще 1 столбик под дужку из 7 воздушных петель. Вот таким образом мы связали 4 лепестка, то есть низ нашей звездочки. Продолжаем вязать до конца второй ряд. 2 столбика с двумя накидами. Еще 1 столбик под дужку. И так далее. Третий ряд узора. Вначале вяжем 2 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй столбик. Затем 4 воздушных петли. Столбиком без накида мы пристегиваемся к нижнему столбику. Вот так. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В середину нашей звездочки провязываем 2 незаконченных столбика с двумя накидами. Один столбик, второй столбик. 3 петли на крючке. Провязываем их заодно. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в ту же серединку звездочки провязываем еще 2 столбика незаконченных с одной вершиной. 1 столбик не довязываем, 2 столбик не довязываем. Провязываем заодно 3 петли. Вот у нас получилось еще 2 лепестка нашей звездочки, между ними 5 воздушных петель. Затем вяжем 5 воздушных петель. Столбик без накида в петлю нижнего ряда. И 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В Все, это раппорт третьего ряда. Продолжаем вязать до конца третий ряд. 2 столбика с двумя накидами, 4 воздушных петли и так далее. Довязав третий ряд, мы закончим мотив узора звездочки. И затем я покажу, как вязать первый ряд следующего мотива. Поскольку здесь у нас уже нет филейных столбиков, идет продолжение. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить самое важное. Переходим к вязанию второго мотива. Этот момент будет повторяться при переходе от одного мотива к другому. Итак, первый ряд начинаем с 2 столбиков с двумя накидами. 1 столбик, 2 столбик, затем 7 воздушных петель, 4, 5, 6, 7. 1 столбик без накида в дужку между нашими лепестками. И еще 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Это раппорт первого ряда. 2 столбика с двумя накидами. 7 воздушных петель. 1 столбик с двумя накидами, 1 столбик без накида и 7 воздушных петель. Таким образом мы довяжем до конца ряда. И затем, повторяя ряд за рядом, нам нужно сделать 28 сантиметров или на ваше усмотрение. После этого останется обвязать низ топа, чтобы логически закончить изделие. Я сделаю обвязку обычными пикошками. Точно так же обвяжу вырез горловины и низ рукавов. Оставайтесь на канале, чтобы не пропустить важные моменты по вязанию рукав. Сейчас мы перейдем к вязанию рукавчиков. Нитку закрепляем в районе подмышки и начинаем вязать рукавчики узором колокольчики. Напоминаю, раппорт узора это 6 филейных столбиков. Я сделаю разбивку на 12 раппортов с учетом тех, что находятся под руками. Если вы хотите связать рукавчики поуже, то сделайте меньшее количество колокольчиков. Теперь показываю. Закрепляем нитку и провязываем 1 столбик без накида. Затем 5 воздушных петель. Вспоминаем узор. Отступив нужное количество нижних петелек, другими словами 3 петельки нижнего ряда, в 4-ю мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И заканчиваем раппорт 5 столбиками, 5 воздушными петлями. Опять-таки, отступив 3 петли нижнего ряда, в 4-ю провязываем 1 столбик без накида. И продолжаем вязать узор. 5 воздушных петель, 3 столбика с накидом, 5 воздушных петель, столбик без накида. Здесь у нас по спинке идет росток. Продолжаем вязать узор. 5 воздушных петель, 3 столбика. С накидом мы провязываем уже филейный столбик рукава самого. Так, провязали 3 столбика с накидом, выполнив колокольчик, 5 воздушных петель. Теперь внимательно мы отступаем 2 филейных столбика нижнего ряда, и в третий мы провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель и опять-таки, отступив 2 филейных столбика, в третий мы провязываем 3 столбика с накидом. И продолжаем вязать основной разбивочный первый ряд по кругу. Предварительно я советую сделать расчет для точности. Можно прямо по полотну отметить булавками те места, где будут расположены наши колокольчики. Продолжаем вязать. Друзья мои, на этой оптимистичной ноте я хочу закончить вязание летнего топа Belle. Надеюсь, все было достаточно понятно. Если нет, то задавайте вопросы в комментариях. Желаю всем успешного воплощения этой моделечки, ровных и легких петелек. Подписывайтесь на мой канал.